Это что у меня тут за мишка спит? Привет. Мама с камерой. Что это у тебя на лбу? Шелушится или то кремчик? Крем. 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 Скажи рыба. Почему я мужичек еще? Рыба скажи. Ну скажи рыба и 5 минут заработаешь. Рыба. Молодец, заработал. Пальцы. Тоша, ты соскучился за Машуней, да? Чистая голова, пожалуйста, не сорите на нее. Молю вас. А скажи это, я не обещаю. Он очень любит мокрые волосы вот так перебирать клювиком. Туша, там у нее бальзам какой-нибудь, сейчас наешься? Химии, не спасай тебя. Боже, как Юми вчера ночью, она, я не знаю, она себе там, наверное, небоскреб строила. Звучало так громко, что просто капец. Мешало? Ну да, но мне как бы пофиг, я все равно быстро уснула. А, это еще до того, как ты уснула. А ночью ты ее не слышишь, да? Вот так вот стоит всего лишь 1-2 дня побыть холодам, как потом невозможно раздеться и поверить в то, что на улице уже тепло снова. Еще. Ну типа, да. Да. Маша чуть не сбила голубя только что. А Артему недавно голубь в стекло в лобовое прилетел. Говорит, мы посмотрели друг другу в глаза перед этим. Мы сейчас приехали, идем пообедать в одну кафешку, в которой мы уже были с Машей, нам понравилось. Вот. А, собственно, отсюда начались все наши влоги совместные с Машкой. Вот, это наша налоговая. Мы туда с Машей ездили ей паспорт делать, когда ей было 16 лет. И с этого начался активный рост моего канала. Маша будет рисовать. И кого ты нарисуешь? Собачку? Или котика? Я придумала, что я сделаю. Что это? Что она? С днем рождения! Какая я догадливая. Меня завтра не будет, поэтому мы сегодня отмечаем твой день рождения. Итак, у нас первая трудность. Как написать, нарисовать букву Ж. Ж. Посмотрим же, как Маша справится с этой задачей. Так, напряженное лицо. Правильные движения. Хорошая задумка. Маша, ты справишься. Ты же у меня самая умная дочечка. Она такая, как по мучастику, правда, получилось. Кто только придумал букву Ж, да? Он ее как-то проще придумал. Я какое-то даже видела видео. Короче, я помню, смотрела американца в Ютубе, который рассказывал, почему русский язык – это сложный, очень сложный язык. И у него было отдельное видео смешное, посвященное букве Ж. Говорит, это не буква, это какой-то медведь, который вылазит тебя с бумаги. Говорит, кто придумал такой странный символ? Да, а скажи мне, ты этот американец видел китайский язык на бумаге или там японский? Тоже в ТикТоке есть девчонка, которая, она из Китая, но она очень... Да, я смотрела ее. Спасибо! Это ржака такая. Я угораю. Я тебе много открыток в детстве рисовала? Не-а. Только на 8 марта. Вот. Маша 20 годиков. Сколько? 21. Забыла. Открытка. Ты успела, смотри, как раз. Я восклицательный знак не успела поставить. Все пропало. Ну все. Теперь закончим. Что ты заказала? Это какой-то лапша. И салат с креветками. Ну все, приятного аппетита. А я буду ждать свой лосось, запеченный лосось со шпинатом и киноа, между прочим. Угу. Ну я ожидала, что лосося будет больше, если честно. Ну ладно. Что мы одинаково выглядим? Мы не договаривались. Мы просто зашли каждый в свою комнату, оделись и вышли. А Маша не верила, что в Днепроплазино есть хорошие... Днепроплазе есть хорошие магазинчики, отделы. Верю, наверное. На мой вкус многовато розового, но, блин, она интересная. А ну? Это не должно быть оверсайз. Она небольшая. Я, наоборот, хочу... Больше? Еще больше, да. Потому что у меня два свитшота большие довольно-таки. И, ну, на
Но она очень оригинально смотрится, да, классно. Короче, ехали мы Артему передавать фотоаппарат, потому что я взяла его фотик. И заехали мы не в те ворота, которые надо. О, ура, ура, ура. Короче, мы в ловушке. Вот эти ворота закрылись за нами, и потом я поняла, что мы не в тот двор заехали. Но, слава богу, сейчас мы выйдем отсюда. Одинаковые ворота, просто наши были следующие, нужно было там дальше заехать. Опа. Мы точно так же за машиной какой-то заехали. Маша говорит, а у нас от ворота есть эти ключи? Я говорю, нет, Артем у него на телефоне, он наберет. Заезжаем, и я понимаю, что это не тот двор. А куда нам? А вот где-то вот следующие ворота вот те. Уверена, мама? Да. А не будем заезжать, а тут ставим за синей машиной. Хорошо. Спасибо. Короче, ну одинаково, видите? Ну почти одинаково. Звоню Артему, говорю, мы заехали в ворота, вот те, которые с другой стороны. Он, да, все правильно, говорит, ну только не в твои. Эй, красавчик, подвести тебя. Что это за красотки такие, а? А какая у вас машина красивая, наверное? Ну падай к нам, падай. Очень богатые парни. Да-да. Happy birthday to me, happy birthday to me. У меня день рождения. Артём меня поздравил с утра розами. Слышу, клац-клац, дверь. А ты не спала? Ну, я услышала, как клацнула дверь. Uh-huh. Вот. И потом думаю, наверное, пошел за цветами. Включается музыка на телефоне, happy birthday. И Артём с букетом роз, розовых, красивых, пахнут. И такой говорит, а шарики улетели. Uh-huh. Они были в багажнике? Да. Важники все было, я вчера купил, когда доставал. И там заборчики, думаю, так раз аккуратненько, и банка с водой, ну, думаю, заберу. И пока забирал, поворачивайся, они уже пока-пока. А вот там, видите, коробка стоит? Это мой подарок. Мы его вчера вместе запаковали. Просто я не успел, упаковщики. А, говорю, запакуйте, а девочка то, что запаковывает, уже уехала. Приезжает с рулоном бумаги и коробкой со скороваркой. Сейчас будем запаковывать. Посмотрите, какие мне цветы только что доставили. Я еще не знаю, от кого это. Сейчас буду смотреть. Я думаю, что это от Маши. Наикращие матуси на свете. Мамулечка, сегодня твой день. Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо тебе, зайка. Блин, ну, Маша, ну ты, конечно, сюрпризы умеешь делать. Класс. Машуня, ты прелесть. Вот, так-то лучше. Видно, что у меня день рождения. А вот розочки, которые подарил мне Артём. Смотрите, все в розовых тонах. Ой, они так пахнут приятно. И эти цветы тоже очень пахнут. Мне очень приятно. Спасибо, мои любимые. Спасибо, мои хорошие. А сколько много теплых слов мне сегодня написали и от знакомых людей, которые меня знают. Вообще очень приятные сообщения. Ну вот реально от души все поздравления. И прямо хочется некоторые прочитать. И, конечно же, очень много от фан-аккаунтов, поздравлений, наших клипов с Машей, со мной, с Артёмом. Спасибо вам большое. И просто... Все, кто меня поздравил, огромная вам благодарность, мне очень-очень приятно. Я вас тоже поздравляю со всеми вашими праздниками, со всеми вашими самыми лучшими днями. Собираюсь потихонечку, у меня же сегодня подарок от Маши, полет на самолете над Черкасами. Это должно быть очень красиво. Со мной полетит еще мама, и Артём, конечно, тоже полетит. Хоть он немножко боится, но сказал, полечу. Уже едем в аэропорт, там сзади едет на машине моя мама. Я надеюсь, она сейчас увидит, что мы тут повернули. Да я стану тут, чтобы она видела. Ага. Вот, и... Артём, нервничаешь? Нет, все спокойно, у меня есть спасательный жилет. Говорит, там парашюты выдают? Говорю, навряд ли. А, вот наш аэропорт! Да, у нас в Черкасах есть аэропорт. Вот он, правда, не действующий, хотя раньше он... работал. Вот сейчас нужно посмотреть, куда нам нужно подойти.
Мама продуманная взяла курточку, говорит, конечно, наверху в небе будет холодно. Да. Потому что, ну, у нас реально жарко. Ну да, 30 градусов на солнце. Ну что, мама, помнишь родной аэропорт наш? Я, да, я вот это сказала, ждите меня, я понимаю реально, что я знаю, где он находится. Как я могу этого не знать, сколько я тут перелетала, летала-перелетала. Да, вот бы открыли его снова. Ну, говорят, там его уже делают, должны открыть. Никогда. Так что, может, мы еще в Турцию, Египет и куда там еще будем отсюда летать. Собака. Бадабака. Охрана. Охрана. Ух ты. Вот наш пилот Женя. Сейчас будем заполнять какие-то документики. А вот это вот наш. Аэропорт реконструировали. 2022 года откроется. Да. Все в процессе. Все в процессе? Артем уже начинает бояться. Так, говорит, я думала, он чуть-чуть побольше. Ух ты! Можно и это, тукнуться. Да. Так, надо фоточку сделать. Размерчик. Вот тут. Вот, вот. Класс. У нас будут одинаковые влоги, да? Нет. Голову аккуратно. Ой. Ой, такой маленький. Ну все, пока, ребят. Пока. Счастливой дороги. Давай, садись. На подножку правой ногой, левой вовнутрь, аккуратненько. Голову ой, пониже. Ой, сколько тут всего интересного. Ничего не слышно. Угу. Меня это... тоже не буду держаться. Мне можно вот их делать меньше? Да? А, на, снимай. Нормально. О, уже лучше. Вот так просто возьмите, вот так их придавите. Вот так, двумя руками. Вот так? Вопрос. Кто-то брал ключи от самолета? А? А это просто подножки? Нет, это педали. Это прям педали. На них нажимать не надо, да? Лучше не стоит. Кого нет, его нет. От винта! Это прозвучало на полном серьезе. Да, даже двигается. Двигается, да.
на спинку просто повесите. Вот так, да. И будет нормально. Там подножечку. Возьми, пожалуйста. Тебя отодвинуть? Да. Подножечка? Угу. А вот. Упс. Давай. Ой. Аккуратно. Фух. Классно. Мне понравилось. Мне понравилось, а тебе? Да, офигенно, обалденно. Скажи, классно. Суперово. Так, вообще я не ожидала, что наш город такой маленький. Класс, спасибо большое. Да, спасибо. Очень понравилось. А вот так наш аэропорт выглядит изнутри. И я очень хорошо его помню, потому что в детстве мы летали часто с мамой. Ну, не часто. Ну, летали. Довольно часто. Да? В Крым. Ялту ты не помнишь, а вот самолеты, аэропорт помнишь. Аэропорт помню, тут табло, вот эти все эти, вот эти ступеньки помню хорошо. Да. Необычный день рождения у меня получился. Спасибо, Маша. Это такой оригинальный подарок. Он запомнится. Конечно. Молодец. Нашла же. Сидим, думаем, говорю, Артем, пошли в кино сходим. Он говорит, а что за фильм? Говорю, комедия про домохозяек, как они зарабатывали деньги на купонах на скидку. Ты точно хочешь? Днем рождения тебя! Так и так все знают, что... Это с днем рождения меня! А что же тут такое большое, тяжелое? Что мне Артем подарил? Сей! Ура! Вот это что, Драгваш, что тяжело? Это классная мультиварка со встроенной функцией скороварки. А откуда ты знаешь, что она классная? Мне написали в комментариях, а я потом посмотрела, прошла отзывы. На картинке что тут нарисовано? Жарко во фритюре. Нет, это не наш вариант. Каша. Детское питание. Там линия. А где? А скороварка где? Ха-ха! Тебя обманули. Мультиварку тире скороварку. Все. Написано? Да, вот написано. Мультиварка, скороварка, руководство по эксплуатации. Надо читайте. Так, все. Я думаю, что это бесполезная штука. Мультиварка? Да. Он сказал, что это бесполезная штука. Девочки! Она постоит, как у тебя, как соковыжималка. Нет. Через месяц она будет стоять на шкафу там где-то. Нет. Эта штука реально крутая. Девочки, пишите в комментариях, кто пользуется, кому нравится. И как используете. Ну, просто чтобы... Как? Как мебель. Не-не-не, та ты шо, все пищат от них. Надо теперь инструкцию читать, как ею пользоваться. Да, все теперь. Есть нам теперь чем заниматься в мой день рождения. Ты сказала нам? Да, конечно нам. Ты думаешь, я сама с этим разберусь? Конечно, ты умная девочка. Нет, я хочу, чтобы ты тоже умел ею пользоваться. Зачем? На всякий случай. Нет, а вдруг я улечу на Бали на месяц? Ничего страшного, я найду того, кто умеет ей пользоваться. Сейчас научим тебя, все. Может, я тебя научу и не буду сама учиться. Ты утром встаешь такой, тын-тын-тын, любимая, кушать. Я такая, я не верю своим ушам. Да ладно. Пошли мы бухать и разбираться в инструкции на мультиварку. Всем спасибо, кто сегодня был с нами. Завтра продолжим. Пока. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, надо. Давай, приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.